В Чебоксарах отметили День матери. Около кинотеатра «Мир Луксор» провели детский флешмоб «Я люблю маму», организованный силами детской студии «Кучамала». Более 100 детей и их родителей построили фразу «Я люблю маму». Дети и взрослые не скупились на слова любви и признательности своим мамам. Мы пожелаем маме счастья, любви, чтобы дети всегда слушались. И удачи поскорее на работе. Я пожелаю ей счастья, здоровья, успеха на работе. Я сегодня своей маме подарил букет цветов, когда она проснулась. Сначала я очень удивилась, когда увидела такие большие буквы, столько много детей около «Мира Люксора», когда проходила мимо. Но когда я услышала, что все кричат «Я люблю маму», я поняла, что это посвящено Дню матери. Я зеркальце в роще под елкой нашла, в него любовалась я сколько смогла, но лучше отдам его маме, красавице, пусть в него смотрит, сама себе нравится. К этой акции присоединились и прохожие. Спонтанный праздник превратился в приятный подарок для каждой мамы города.